5. У меня аж Spotify завис, что за хуйня. Привет, Вайвэйве. 5-5. Ран на мать. Охуеть, Бинкитер. Let's go. Обожаю. И даже скорость неплохая. БВД. Предели ДС. Это охеренный старт. Это буквально охуевший старт. Давайте завершим. Ну, давай ты нахуй пойдешь. Чего ничего заканчивать? Терза в говне. Терза прям реально в говне. Один минус. Ну, сейчас пока все в говне, ладно. Кроме скорости и дальности. Даже комната в говне, потому что какашки были мелкие. Посмотрим, что дальше будет. Я поменьшаю. Thanks for the raid, man. How's your stream today? You're getting close, right? To your PB. Should be like 130 or something, probably. Oh, 134, nice. Stuff. 40 more. Yeah. Pretty close, I guess. You made it. Надо будет потыкать Сакруму. Прям явно надо будет. О, дай хп двойное, слышь, друг. Дай хп двойное. У тебя оно есть, я знаю. Он... не дал. Thanks, man. Good lurk. Так, я сейчас думаю ударюсь два раза. Возьму... Они же все full health дают, да? Любых? Под... Не, они не дают full health. Или они все дают full health? Подожди, с этим айтом. Блять, я забыл, как это работает. Любой хелсап дает full health здесь. С бинкитером. Один хер я хочу брать статы, так что похуй. Как бы там ни было, я все равно хочу брать статы. Нахуя брать просто... Меньше чем 3. Скучно. На босса TPS получу как раз таки. Да, они все дают full health. Я получил больше хп, чем 2. Они походу все full health дают. Да, меч я взору, но попозже сейчас. Надо босса убить, пока у меня буст есть временный. Временный буст. Тут Бенкитер, да, он походу все хелса поделает фулл хелсами. Только там может быть не прям фулл хелса, а насколько до хп хилит. Может быть не прям типа на все. Хотя мне кажется, как будто он даже 12 хп похилит полностью. А, 2 хп дает, а не одно, окей. Блять, я не то взял, сука. Зря я отвлекся, не вовремя, ну ладно. Зря я отвлекся. Ну это вроде дэмэдж. Это вроде дэмэдж, кстати. Так что же неплохо. Я уже ударился 2 раза. Я все еще, возможно, могу сейчас сделать, что надо сделать. Ну-ка. По-моему, мы в порядке. Мне кажется, мы в порядке. Кстати, где? Подожди, где секретка первая? Да, я урон получил, заебись. Так, эта хуйня, походу, под Кёрсой. Блять, какая дальняя дорога. Ох, тяжело быть грузчиком. Ну пошли, 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 потащили, 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 блять, потащили эту хуйню. Давай, 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 давай.
Поехали, поехали. Yeah, I will do it, Horopolis. I actually will try to blow up that secret room as well. To do it, it's early game. Access is a must. Yes, okay. Ну я пойду здесь. Я не хотел эти деньги давать, твари. Ну ладно. Так, хорошо. Там еще есть красный, есть два синих. Вроде все в порядке. До телепорта я, по-моему, уже тыкаюсь, да? До телепорта я, по-моему, уже тыкаюсь. Без проблем. Там дальше посмотрим. Сейчас будет телепорт. Телепорта хуй. Телепорта нету никакого. Ладно. Так, не вступай в говно. То есть в шипы. Это, по-моему, здесь холсап дает дамаг, но не уверен какой. Возможно, этот, но не факт. Может быть, я отдавал холсап, я не уверен. Какой холсап давал, в смысле? Демедшап. Я опять все не помню наизусть, кто там что дает. Убегаем, убегаем. Убегаем, убегаем. Моды никакие, я не играю с модами. Не, это не дэмэдж. Да, уже скинули, что на 2 хп хилит. Уже информацию скинули. А, был терза. Тоже хорошо. Терзап это даже может лучше. Так. Ебать, дай шард. What the fuck? Ну, давай, ладно, надеюсь, телепорт мне не пригодится. Телепорт так-то приятно иметь на мать. На случай мимо в зеркале, если я что-нибудь там насру. Ладно. Пока все довольно приятно. Озвучка, я сейчас ее не включаю. Она отключена. Я знаю, что можно паролить... Ключный, я не хочу его рулить там пул айтем румы. Я хочу рулить сделку, а не айтем руму. Пул приятнее обычно. О, господи. Вообще, давай шуб. Я все равно конвертером вряд ли в этом районе пользуюсь, он просто не нужен. У меня здесь нет проблем с хп кастом, мне кажется, до конца этого забега. Мне нужен конвертер. Не дали шуб. Грустно. Песен. Молодец. Кстати, а Бинкитер ломает Тирскап? Его хелсап, по-моему, нет. Да в смысле, блядь? Что, все пизда этому аккумулятору же приходит? Или то, что я, блядь, это не оставляю перед стримом на зарядке, он нахуй так разряжается, потому что лежит, блядь. Говна, блядь, DualSense. Опять провод подключил, ничего страшного. На клаве столько еще играть долго. Вернись. Вернулся. Так я его и заряжал, в смысле. Я после его снял типа с зарядки. Еще вчера, наверное. И типа он просто провалялся полдня. Видимо, он даже так уже нахуй разряжается.
Просто КБ уже может дохлая. Просто, типа, я его 3 часа заряжал, он уже не мигал, я его снял. И типа он с ночи валялся до сегодняшнего дня. Не мог он так, сука, сильно просадиться-то. Даже не подключался ни к чему. Просто какой-то троллинг уже. Хотя КБ обычно живуч, у меня сколько было типа и дуалшоков, и дуалсенсов. У меня никогда не было проблем с КБ на них, на удивление. Мне даже на первом дуалсенсе все еще живая батарея. Ну, вроде плюс-минус. Надо куплю, господи. Так уже, по-моему, 2 года, если не больше, по-моему, не покупал новый DualSense. Это, по-моему, новый рекорд, по-моему. Обычно мне его, по-моему, на год хватало, плюс-минус. С моим режимом игры. Тут уже, по-моему, 2 года с чем-то, по-моему, последнему. Долгожитель. Так, грипп я не хочу. И у меня 6. Не, ну лучок это хорошо. Лучок это и так терза, и хороший терза. Нет, я ебал все этих геймпады, блять. Ебанутые. Я ничего кроме DualSense не признаю. Я на всякие 8 беду брал, просто деньги выкинул. Такая хуйня. Все должно все хуйней, кажется, не знаю. Уже просто все какое-то непривычное и кривое. Да и тем более, эту проблема же не в тиках, как я говорю, сейчас у меня, блядь, АКБ дохнет. В общем, без потенциометра. Это типа не про стики сейчас речь. Стики, кстати, на самом деле у меня вообще не было проблем особых, по-моему. Кроме одного, по-моему. Они просто типа, ну, за 3 года, там, за 2-3 года просто разъебываются такой игры плотной, считай, ежедневной. Просто все кнопки расхуяриваются сами собой. Блять, что-то я нас уже возьму. Это по ролю. Все полезно. Блин, гуся хочется взять. Гуся хочется взять. Прокули я сразу шедоу. Тут будет хелсапов просто дохуя. Тут будет дохера хелсапов в этом сиде. Я могу шедоу пока оставить, чтобы... Была страховка на зеркало. На как страховку я наставлю. Чекни флайдиги Apex 4. Если не забуду, посмотрю. Я хп не вижу. У меня есть, да, синий хп сверху. Вся маленько потыкать, наверное. Да, сколько у меня синего хп? Я не знаю, сколько у меня синего хп. Я не помню, сколько у меня осталось синего. Это рума, рума говно полнейшее. Рума капец говно. Так что я пока шедона не буду активировать раньше времени. Уже страховку реально стоит иметь. На всякий случай. Нет, ты не можешь умирать в зеркале. Тебя там шедоу не спасет. Ебать. Бу!
Зажимают. Как же зажимают? Активка, да. Кстати, да. Это смешно. Я даже что-то про это даже и забыл маленько. Да. Это мем. Правда, раньше это вообще был бы прикол, сейчас это такой полуприкол. Ну, это типа как на Некрономикон, наверное, раз. Экстаз. Раз в три румы. Типа Некрономикон будет эффект или что-то около. Ну, если, по-моему, демедшап. Супер демедшап. Так, это я оставляю, это я уже заберу на шеду, наверное. Это я заберу на шеду. Жаль, блядь, сакрума нет. Вот что печально. Сакрума-то нету нихуя. Ладно. Терза? Да, я думал, сапер это дамаг. Ну, мне терза тоже нужна, похуй. Похуй. Уже полезно. Так, я, возможно, уже всех хп слил с тени аккуратно. Я не хочу сделку терять даже потенциальную. Реально есть. Так. Убиться-то я не могу. Похуй, просто заберем холсапы. Сейчас будем убиваться. Попозже, не сейчас, не прямо сейчас, не прямо сейчас. Прямо сейчас не надо убиваться. Сначала забери ключ. Нож. Ключ слэш нож. Сделал зеркало. Потом будем убиваться. Скучно, пиздец. Рума душная, пиздец просто, нахуй. Еблан ты Рума, нахуй, придумал. Какой отдельно взятый членосос ты Рума придумал? Человек нехороший. Так. Шэдоу не активен. Сука, меня бесит, что я не вижу хп. Так бесит, пиздец. Но шэдоу на месте. Шэдоу не активирован. Хп узнаю. Нет, я все же умер. Блять, сука, все же раньше умер. А-а-а. Ладно, похуй. Я думал, у меня больше хп осталось. Думал, у меня больше. Так. Прикольно зато. Какой пухляш какой-то это. Смешной пухляш. Красноглазый. Так, куда мы там шли? Мы шли на мать. Мы на мать, пошли. Я уже забыл, куда мы идем. Типа, оп, да. Там дамаг как у Некрономикона, да, наверное? Такой же. Вообще такой же. Конвертер теперь стал не бесполезным, лол. Он стал даже полезным маленько. А, правда, одно плохо, я теперь херово буду брать айтемы со сделки. Потому что они будут стоить 3 хп, я буду одно получить обратно. Тенько печально. Берется. У меня скорость говна, кстати, уже надо поменьше брать на холсапы. Я хотел взять не то, ну ладно. Бомба, я вижу бомбы, я вижу. Я смотрю за бомбами.
Лол. Ты у меня объехал. Так, этот сундук я уже не открою. Короче, cool story. Я думал, что у меня стики дохли, да, все это время. Еще года два назад. А оказалось, у меня дохли не стики, а Bluetooth. И по итогу у меня все стики на всех геймпадах все были живые. Я, по-моему, за все время только, по-моему, на одном из пяти, по-моему, геймпадов дохли стики. Где, правда, обидно было, что был дрифт. А так там тупо просто Bluetooth был мертвый. И из-за него были лаги. Периодически. А мне так казалось, что это типа какой-то дрифт. Что я даже типа не проверял нигде. Оно вообще выглядит. Потому что оно похоже на дрифт. То есть оно было похоже. Что его просто типа дергается тут туда-сюда хуйня. А по факту просто связь там падала. Исчезала. Так что вот. Там проблема, она, конечно, есть, но. Один хер. Я не думаю, что прям катастрофическое с ними. Думаю, не знаю, я не фанат, а все эти там всякие хитро выебаны эти геймпады лезть. Нет, ВД-шку я лил не зря, это все равно, мне кажется, было на пользу. Это крещение ВД-шка, оно как бы все равно нужно геймпаду. Хотя бы один раз его пройти. С ним все равно как-то все мягче, знаешь. Ходу стика мягче идет. Движение более точное. Оно прям чувствуется, что все равно есть эффект. Если его еще замариновать в ВДшке, то еще лучше будет, мне кажется. Хотя бы на недельку минимум. То вообще хорошо будет. Я вообще, да, хочу без скорости остаться. Стоп, скорость не отняли? А, я взял хвост. Я не успел. Это был Frame Perfect трик опять. Опять был Frame Perfect. Я прям ровно успел, чтобы взять эту хуйню. Так, туда не надо идти. Ну, пока 5 хп, но я думаю, я еще найду. Вроде должен еще найти. Так, бомбы не тратим. Бомбы не тратим. Это и другое минус скорость, потому что и то хелсап. Уморительно. Кстати, хлебушек это дамаг. Это, по-моему, дамаг. Активка это некрономикон просто. Это тупо некрономикон. Больше ничего не делает на Shadow. Типа зашел, опа, нахуй. Хотя как будто он дамажит больше, чем некрономикон. Не уверен. Я пока все румы просто ваншотаю, которые закажу. Блять, да пошли вы нахуй, сука, у меня скорости нету. Вот что за троллинг. Насрался я в ноги. Пора уже искать спидап, походу. Вот так реально страдать буду под конец, возможно. Ну хотя вряд ли будут, у меня будет много DPS. Я же тогда, по-моему, делал на бусте челлендж, где я брал все вообще айтемы, что мне дают. То есть я брал только хелсапы. И прошел, по-моему, дракрума на 0.1 скорости по итогу. Еще плевать было, что там такой был просто бешеный дэмэдж. Так уже пофиг, мне бомбы нужны были сейчас. Чё, блядь? Чё нахуй? What? Типа у него все еще эта механика, что ли, работает, когда в этой фазе? То есть он типа спереди не пробивается? What? Ты чё, уёбище? Я возьму суп. Там был меченый. Короче, бомбы я уже могу тратить. Мне для шахт нужно было две мобы оставить только. Дальше нам уже
плевать, по сути. И толстый выжил. Еще меченые. Портация файн. Пам-пам-пам. Я запутался опять. Валя. Погнали за ножичком. Чё? Ничего нету. Тут скорость вернулась приятно. Спасибо, можно? Я выйду отсюда. Спасибо за тринкет. Бля! Перекинул. Или не докинул. Короче, хуйню сделал. Сам повредить до хера. Вроде пофиг. Вроде вообще плевать. Так, мне вроде... Не, погоди, а этого робота не было нихуя. А, суп еще забрать, суп забрать. Суп заберу. Триньку, да, отбирают, твари. Хотя, может быть, оно и к лучшему, хотя, может быть, другая тринька будет более полезная. Хотя это просто спиздит таким образом. Тоже хуйня будет полная. Что дает этот холсап? Дает точно минус ноги, как минимум. В остальном не уверен. Так, ну давай заберем супецкий. О, 40 дамага. Вот это по-нашему. Вот это нормальный дамаг. Откуда у меня гусь? Ебать, лагает. Не лагай, блядь. Я вообще в них не попал. Чё? О, хуя. Стоп, он не ролится? Wait, wait, what? Чё? Типа он... What? Завтрак ролится в завтрак, серьезно? Чего, блять? Это что за хуйня? И такое бывает, серьезно? Wait. А? А в смысле? А почему конвертер не сработал? Чего нахуй? А, мне было синее последнее. Точно. Точно. Ну и хуйня. Ну и параша. Вообще надо было себе взять, наверное, это. Лопату, может быть, даже стоило взять. Это за... Стоит того или нет. Скорость просто трагическая. Скорость просто трагическая. Была какая-то тренька хорошая, я не помню. Ну, не помню, мне похуй. Я беру... Стоп, я не беру таких с меня с распит говна. Таких с не нужен. И еще получишь распит, найс. Тут же.
Да, но тут шаспик плохая идея, мне кажется. Вернее. Такикс плохая идея. Пошла нахуй, шлюха. Блин. Важно. Просто не важно. Это была скорость. Я думал, я успею. Почему? Я не знаю, почему я думал, что я успею. Думал, что я успею ее забрать. Ебать! Ебать, жмыхнула. Ничего себе жмыхнула. Что-то сильно жмыхнула. Ну. Зря я тут нажал, видимо, конвертер, согласен. Таблетки, наверное, плохая идея, но мне похуй. Тринка сработала тут же. Опять конвертируем хп. Да, скорость не хватило, забрать скорость. Но ведь реально так. Нет скорости, забрать скорость. Нет терпения это ждать, тупорашу. Самое главное. Терпение вообще ноль. Давай эту муху. Терза... Подожди, меня терза 6,6. А, ну это гусь, ладно, это гусь. Это не бинкитер, наверное, мне поломал. Это мне гусь поломал. Это не с бинкитера такой тирейд. Похуй. Похуй жрем. Еще, еще дамаг. Еще хп. И нахер. Иди. Да? Угу. Какой чтенасос эти румы сделал? Вопрос тот же. Кто эти румы делал? Какой еблан эти румы делал? Какой весь этот раут такой еблан этот делал? Просто покажите мне этого еблана. Кто эту хуйню, блядь, делал? Нет, я его не проходил еще. Так он не сложный, блядь, я его скорее всего пройду спокойно. Я не знаю, что все так типа с него охуеют, он вообще не сложный с виду. Не, типа сложно, но он, блядь, он вообще не того уровня сложно, как типа Пургатория была. ВБ плюс. Намного его легче. Тем более он короткий. Там всего 13 комнат. Такой, типа, не шизамут. Да скилл там никак нахуй не показывается. Какой там скилл? Там очень странное нужно действие делать, которое ты вообще в игре никогда делать не будешь. Буквально, кроме пары комнат, может. Может быть, две комнаты есть, которые хоть что-то, какую-то пользу имеет. Это просто фанни мод. Просто делать фанни. Какой там скилл. Ну, вернее, скилл есть, но там скилл абсолютно бесполезный. Он... В этой игре нахуй не нужен такой скилл, то, что там делается. Большая часть там мув, это очень странные мувы. Особенно в конце. Терпение. Потому что крафтер опять этот файл зарестартил за один день до конца. Я ж писал. Ты что, еще жопой считаешь, Барилео? Даже вроде сам на мое сообщение ответил тут вечером. Мне ж писал, что он снова зарестартил. Забыл. Это старость. Привыкай.
Он там вроде раут сменил, кстати, маленько. Он там еще на первом стриме там эти показывал абузы. Видимо, детям. Типа все абузы. Показал, как типа что делать. Я себя поймал. Хватит. Хватит, скорости не хватает, похуй, даже больше. А это Астерзу, я не уверен. Нет, нихуя. Ну ладно. Где билд в смысле? А чем это не билд? Это разве не билд? Хвост предательски выебал мух. Очень, очень, очень предательски. Билд съели, ну, кстати, да. Вроде так и получилось. Билд скушен. Вау. Ладно, билда, может, или нет. Что-то у меня как будто... посильнее билд должен был быть. Учитывая, типа, блядь, всю хуйню. Типа, шедоу, блядь, миллион нахуй бинкитеров. Как будто слабо реально. Или, может, весь этот этаж хуета, блядь, все... с броней, вся петушня, блин. С броней на этом этаже. Уж из-за этого, так кажется. Не поймешь. Да пох, все равно пройдем. Все равно пройдем. Этот враг не должен 40 минут. В эре. Или полчаса, не помню, сколько там время. Проёбнато якобы, только из-за этого уёбка. До сих пор его помню. Уродец. Ну да, я, кстати, нихуя реально не нашел. Нет, ты фиг. Я говорю, в репе реально, когда у тебя билд пустой, без эффектов, как-то реально скучно играется. Даже когда у тебя хорошие статы, ранг кажется прям говном, кажется, когда у тебя нету никакого эффекта слез. Потому что их в репе стало очень много, и ты их буквально часто видишь в ране. Хотя бы в конце рана. Есть такое дело, я тоже-то сейчас на это внимание обращаю. И типа наоборот, это хуёво зато, но есть какие-нибудь там эффекты. Тут даже ран, когда полупустой, кажется, все равно кажется мощным. Тупо из-за эффекта слез. Кажется, что билд есть. О, а сейчас ёбнуло. Почему? А сейчас хуйня ёбнула. Хотя у меня есть хп синие. Нихуя не понял. А почему до этого не было эффекта некрономикона? Когда тоже были синие хп. Непонятно. Или может там броня была какая-то? А, он крайне хп роляет, окей. Понял. Логично. У меня черная с конца хп, да. Ну ладно. Ладно, ладно. Ну хотел доебаться до игры, ну что вы. Ну что набросились? Пошли доебаться. Я, кстати, это, по-моему, нихуя не обил. Кстати, у меня скорость смешная. Скорость хихаха. Уморительная. Бля. Нормально. Еле отошел в сторону. Опять не вижу. Так даже легче, скорость плохой. Забавно. Наоборот, проще на скорости хуёвой массе, чем на большой. Тут окна маленькие, надо двигаться аккуратно между ними. Тут
все наоборот. Реально, этот файт легче на скорости медленно, чем на скорости большой, по-моему. Ну, кроме этого клубка, который летает по всей комнате, с ним хуёво еще живется так. Все остальное вообще легко проходит, даже на 0.7 скорость. ГГ. 55. Красивое число.